Друзья, получили вот такие садки. Кайда 3-4 метра, 35 на 45 размер. Он универсальный, синтетического материала, подходит для карпа любой белой рыбы. С моей точки зрения, это идеальнейший вариант, потому что обод, как вы видите, защищает все стыки. То есть вы можете им ловить на течении, на камнях, на гальке, там, на песке, на чем угодно. На корягах. Соответственно, когда вы вытаскиваете на себя садок, то вы не царапаете, не обдираете вот этот сам материал. У вас все касание идет только металлом, металлическими ободами. Дальше идут ручки, лямки с двух сторон, как вы видите, для того, чтобы можно было его вытащить или рыбу как-то там вытряхнуть удобно. И важный момент – это низ. То же самое, здесь идет правильная прошитость, потому что есть садки, где вот этот материал, он сразу входит. Потому что вся нагрузка, как вы понимаете, на дно, когда вы рыбу тащите. Поэтому я всегда смотрю, что с дном, как прошито дно. Вот здесь материал оптимален, идеален, и за эту цену просто, ну, шикарный садочек. Дальше регулировка. В комплекте штырь, кому нужно. Сюда может подходить и любая там палка, стойка. То есть, кому как нравится, под платформу и так далее. Покупайте в Мультифиш. Лучшая цена гарантирована для подписчиков телеграм-канала, YouTube-канала и ВКонтакте. Всего доброго и до новых встреч!